Сегодня на ужин у меня будет черноморская кефаль жареная. Рыбку чищу, промываю хорошенько, перерезаю рыбку пополам, голову не отрезаю этой рыбки, я буду жарить вместе с головой. 2 столовых ложки муки, пол чайной ложки соли перемешиваю. На разогретую сковороду наливаю растительное масло, рыбку обмакиваю в муку, поджариваю с двух сторон. Мяско получается вкуснейшее. Мяско беленькое, такое нежное. Приготовьте его и напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на мой канал.